Лет назад я видел, вот. И она еще круче намного графики. Графика, ну да, ну то, что я ожидал увидеть. Будем ждать живописи. Да, цвет очень классный. Спасибо. Это был Михаил Григорий. Здравствуйте. Как вам сегодняшняя выставка Евгения Позднякова? Очень хорошая выставка, вот. Особенно те, где не пейзажи, а про людей. Вот мне больше нравится, когда про людей, а не пейзажи, потому что пейзажи и так посмотреть можно, а людей еще и понять надо. Евгений, здравствуйте. Как вам сегодняшняя выставка Жени Позднякова? Автор меня удивил. Как никогда. Много очень. Молодец. Еще быть может, мое сознание не совсем.
пусть она вас больше не тревожит. Я больше не буду тревожен ничем. Леонид, здравствуйте. Как вам выставка Евгения Позднякова? Кого? Ну, сегодняшнего участника, главного героя этой выставки. А как его зовут? Женя Поздняков. А? Евгений Поздняков. А, Позднякова. Леонид, второй это для тебя приготовил. Вот, скажите, вот мы в кале. Здравствуйте. Как вам сегодняшняя выставка? Выставка очень понравилась. Мне нравится, какая графика. Мини-комикс, город. Такое индивидуальное какое-то решение. Нетски такое графическое. И так вот, ну, я такого не видела, и это трогает меня. И мне это нравится. Вот, спасибо большое. Меня трогает, что водка есть. А, сейчас посмотрим вино. Ну, это очень хорошо, да. Это шутка. Я человек простой, как Ленин. Спасибо. Хеллоу, это Максим Степанов. Сейчас, в данный момент, мы находимся в культовой Санкт-Петербургской галерее Барре, и в малом зале открылась выставка графики Евгения Позднякова. У меня как раз то, что я видел, вызвало аллюзии с Арефьевским кругом, как они вот в свое время показывали бытоописание. Также Евгений вот показал бытоописание наших трех последних лет. Очень интересно на это смотреть. Я давно такого не видел уже. Я считаю, что он попал в точку какое-то описание. Спасибо. Олег, здравствуйте. Пару слов о Жене Позднякове и его выставке. Я ничего не знаю о нем. Да? Я, собственно, не знаю, как художник. Я только сейчас увидел, что нарисовал. Ну что, надо еще фига. То есть это ничего особенного. А-а-а. С точки зрения, да, как бы, человек должен еще вот почувствовать тяжесть. Пока у него такая внешняя легкость, ну хотя бы уже он ее оформляет во что-то. А как музыканта вы его знаете? Я даже не слышал, как они играют, но я знаю, где они играют. Он еще барабанщик группы «Внезапные сычи». Я понимаю, да. Я это имею в виду в первую очередь. Все остальные его проекты – это личные уже как-то. И всех благ. Не, он просто человек хороший. Это главнее. А то, что он будет не больше это делать, не знаю. Человек пока еще ищет линию, это видно, весь. Ну, просто потому, что он выстрелил, то есть он пытается найти свой какой-то взгляд на обыденный. Главное, чтобы до книжной графики все не скатилось. Спасибо большое. Сейчас? Да. Нет, пока нет. А ты уже типа пошел? Пару слов. Не бывает пару слов, бывает три слова. Давай. Какие три слова? Алина, да. Где-нибудь исследовать источники водки? Источники чего? Источники водки. Водки? Ну, вот там принесли вина. Владимир, пару слов о выставке Евгения Позднякова. Ну что же, компактный свет, наверное, скорее всего. Да, как вам выставка Жени Позднякова? Ты так прицеливаешься, как будто бы снимаешь рекламу для стоматологического кабинета. Нет? По-моему, с вами это не пройдет. Робким планом.
Альбина, здравствуйте. Можно пару слов о выставке Жени Позднякова? Я хочу сказать, что Женя очень свободный, свободный человек в плане творчества. Мне нравится его графика. Несмотря на то, что я покладываю не всю выставку, буквально там стрелка. Да, пошла покупать. Но я сейчас вот ездили, смотрю на его две его зарисовки, и мне все становится ясно, что это мастер очень такой свободной руки. И у него есть такая, вот больше всего меня привлекает это его свобода в изображении, почерки. В общем, я сделал вывод, что Женя очень большой мастер. Все, больше не могу ничего сказать. Меня это очень радует и вставляет, и привлекает. Большое спасибо. Это была сама Альбина Сексова. Рука мастера. Я знаю, что он закончил Академию художеств, а там немножко всегда академизм какой-то существует и так далее. Я как художник-шарфист привыкла рисовать тоже очень свободно, людей все очень. Мне кажется, что Женя мне близок тем, что он мастер, близкий мне. Очень легко, свободно работает, просто работает, вдохновенно. И что еще можно добавить? Он в первую очередь работает очень свободно. Вот как рыба в воде себя чувствует в этом рисунке. Это очень гениально, очень гениально. Женя очень талантлив. Мы художник. Я считаю, что на уровне вообще, я не знаю, там... Это Ирина мнение. Оно очень интересное. Такое, что он... Я ищу, а ты меня путаешь. Мастер линии, композиция, вот свободной. Композиция это немножко сковывает, опять слово композиция сковывает. Он мне этой композиции рамках, мне этих рамках, мне композиция. Как раз вот, вот то, что вот мысли его все передаются сразу на бумагу. Вот карандаш. Что хотел сказать? Что хотел сказать? Вот о чем думает, сразу все появляется на листе. Да. Спасибо. Пару слов о выставке Евгения Позднякова. Здравствуйте. Как вам сегодня в Борее? Сегодня в Борее вы очень хорошего человека, замечательная тетя, замечательный вид, замечательная Оля Ростровская, больше значит долго жить. Да, которая замечательно добрая, которая честная, животные, птицы, на сегодняшний день, на самом деле, она делает больше всего, в том числе интересные объекты, такие вязаные, объемные. Но сегодня выставка в Борее, вторая, которая первая была много лет назад, собрала людей, всех талантов и даже вот некоторых моделей. Эту модель можно сфотографировать. Знаете, посмотри. Модель хороша. Это вот модель одной из картин. Зовут она. Думаю, что это замечательно. Опять продолжается. Мне это очень нравится. Я покупал не приключения, а вообще не